Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Новий рік і правила харчової поведінки – така тема нашої сьогоднішньої прес-конференції. І говорити ми будемо разом з нашою гостею. Я рада вітати у нашому прес-центрі експертка з харчової поведінки Олеся Тимохіна. Олеся, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, що ж таке голод і апетит? Еще раз, друзья, всем добрый день. Я Олеся Тимохина, специалист по пищевому поведению, психолог, гештальт-терапевт. Хотела вам сегодня рассказать, что такое вот нормальное пищевое поведение. Пищевое поведение классическое – это когда я, допустим, хочу есть, я поела, насытилась и забыла о еде на какое-то время, часа на 3-4. Потом я чувствую голод и опять хочу есть. Но если я хочу есть постоянно или, допустим, себя постоянно думаю, как ограничить в еде, то это уже не есть норма пищевого поведения, и стоит об этом задуматься. Хотела бы немножко рассказать, что такое голод и аппетит, и как их отличать. Потому что, ну, я считаю, у нас тема переедания, и все-таки уметь отличать аппетит от голода – очень важное умение. Потому что голод – это физиологическая потребность, это именно потребность в еде. Что касается аппетита, это уже… ощущение, что нам чего-то не хватило и хочется какого-то определенного продукта. Ну, например, после сытного обеда, когда нам вдруг захотелось еще и съесть пирожное, то это точно уже не о голоде, а о аппетите. Когда возникает аппетит, например, когда есть какая-то неудовлетворенность. Возможно, хотелось бы, допустим, чтобы кто-то обнял, или пойти с подругой в кафе, или просто пройтись, но нет такой возможности, но есть рядом пирожное. И тогда пирожное решает как будто проблему психологическую. В общем, что я хочу сказать, аппетит – это все-таки эмоциональное наше состояние. И да, оно связано с питанием, но это совсем не о потребностях физиологических, таких как голод. Хотела бы еще вкратце сказать, очень часто ко мне приходят на прием люди с эмоциональным перееданием. Что такое эмоциональное переедание и почему в наше время это очень частое явление и также эта проблема действительно с набором веса происходит тогда. Эмоциональное переедание – это постоянно повторяющиеся попытки справляться с эмоциями путем пищи. Это влечет за собой психологические и физические проблемы. Например, какие психологические проблемы могут быть? Например, когда человек переедает, он стыдится, стремится к изоляции, может начинаться депрессия, понижаться самооценка. Такие могут быть физические проблемы. Это лишний вес, проблемы с желудком, скачки инсулина. Эмоциональное переедание – это своеобразная стратегия преодоления стресса и возможные анестезии неприятных чувств. Вот что мне важно было донести, чтобы вы, ну, присмотрелись, что вы чувствуете, когда едите. И чтобы вы, допустим, ну, очень важно обратить внимание, когда вы едите, уметь еще распознать, где аппетит, где голод, чтобы уметь остановиться вовремя. От можна таке запитання з приводу, як розпізнати саме це голод чи це апетит? Я знаю, що є таке, наприклад, правило яблука, коли ти маєш сам себе запитати, а чи хочу з'їсти яблуко? Якщо не хочеш, то це не голод, це все ж таки от просто бажання щось заїсти. Є, можливо, якісь ще от методи, як зрозуміти, що це все ж таки голод чи це апетит? Да, при, ну, если вы обращали внимание, при голоде хочется есть какую-то сытную, простую еду. Если нам хочется какого-то там пироженка, то значит, все-таки это уже аппетит. И важно понимать, вот если я не съем пироженое, что я еще могу сделать, допустим. Может, мне там хочется погулять или там, не знаю, спортом позаниматься. Ну, не обязательно есть при этом. Ну, наближається все ж таки новий рік, і як же нам впоратися зі спокусами під час святкового застілля?
Здесь вот самое-самое важное, то, с чем я очень сталкиваюсь часто в работе, когда перед застольем, перед Новым годом девушки садятся на какую-то очень жесткую ограничительную диету. И после этого обязательно происходит срыв, и такое, это называется пищевой запой, когда человек целую неделю сдерживался, сидел на капусте, и обязательно потом идет срыв какими-то запрещенными продуктами. И это вот правило номер один – не делать себе запрещенных продуктов, потому что срыв, как правило, запрещенными продуктами. Самое важное – понять, что за неделю до Нового года, там, за две недели, ну, колоссально невозможно изменить свое питание, невозможно изменить свой вес, и при этом главное – это понять и успокоиться, потому что самое опасное – это себя начать очень жестко ограничивать, потому что тогда наберете 100% вес. И не быть в голоде ни в коем случае, перед застольем, перед походом в магазин обязательно надо не быть в голоде, потому что это и влечет как раз к перееданию, как ни странно это звучит. А чи є якась от стратегія, можливо, поведінки, як підготуватися до святкових застіль, що робити, щоб от у якийсь момент все ж таки не зірватися і от не почати переїдати? Ну, стратегия очень простая, да, у нас есть некие традиции, допустим, делать тоже оливье каждый Новый год, есть такая традиция, тут важно понимать, что, ну, да, дань этой традиции сделать маленькую порцию, но в основном, чтобы стол состоял из здоровой еды, допустим, листья салата, там, рыба, грудка, которая не нанесет вред фигуре. И сейчас, ну, прошли уже голодные времена, когда оливье, допустим, это было счастье, и целый год ждали. Важно понимать, что это оливье может повториться в любой день, ну и не надо на него набрасываться сильно. И еще сейчас, ну, если раньше как раз Новый год был моментом, когда можно было наесться так хорошо, то сейчас, в принципе, уже другие традиции. Сейчас Новый год, в принципе, это какое-то веселое времяпрепровождение, там, я не знаю, поход с друзьями куда-то, какие-то встречи. Просто важно понимать, что вы хотите. Вы хотите наесться на Новый год или все-таки весело отметить праздник? И мне кажется, это как раз и поможет не переедать. А якщо все ж таки от моделюємо ситуацію, Новий рік пройшов, ми дійсно переїли, нам важко. Да. Які взагалі можуть бути наслідки того, що ми переїли у новорічну ніч? І як вийти зі цього стану? Тому що, як відомо, новим роком все не обмежується. Починаються далі ще різдвяні свята і от такий насичений тиждень, коли ми перетворюємо зі свого організму, ну таку, скажімо, такий смітничок, куди ми закидуємо всю їжу, яка є вдома. От як робити, якщо все ж таки це вже процес пішов. Ну, здесь вообще самое-самое важное, прежде всего, ни в коем случае себя ругать нельзя за то, что вы переели. Потому что если вы себя ругаете, вот это чувство вины, оно вас будет заставлять есть еще больше. Или вы, допустим, сядете на жесткую диету, а потом сорветесь, и вы наберете вес еще больше. В общем, ругать себя нельзя. Важно понимать, что да, праздники. И если, в принципе, после Нового года вернуться к обычному нормальному питанию, но на самом деле жир так быстро набрать нельзя. И если вам кажется, что вы набрали пару-тройку килограммов, то это, скорее всего, задержка жидкости. Это тоже стоит понимать и перестать себя ругать постоянно. Просто стоит вернуться к обычному нормальному питанию, где будет белок, клетчатка и много воды, 1,5 литра как минимум. И тогда можно давать себе вот передышки перед чередой новогодних праздников. Просто не делать из этого культ и не нервничать излишне, потому что если вы нервничаете, то вы наоборот повышаете свой аппетит. А, до речі, от багато хто дійсно, коли бачить зайві кіло на вагах, і дівчата, і хлопці, вважають, що потрібно себе почати різко обмежувати. Ви сказали, що цього робити не варто. Да. А як краще почистити от свій шлунок від, як ми сказали, смітничка?
самый лучший способ все-таки не делать резких никаких движений, а для начала просто вернуться в нормальный режим, где опять же клетчатка, которая сама потихоньку справится. Ну, не надо делать каких-то резких таких движений. Ну, я только за это говорю. Если кому-то там хорошо сделать разгрузочный день на кефире, если это возможно, но так, без самоуничтожения, без самоунижения, тогда да, хорошо. Но если вы не готовы к разгрузочным дням, просто вернитесь к обычному режиму. И это самое важное. Потому что, правда, невозможно поправиться за 2 дня. Жира вы не наберете, только воду. Хочеться окремо поговорити ще про людей, які все ж таки страждають від розладів харчової поведінки. Да. Я думаю, ви коротко скажете зараз, хто саме відноситься до цих людей, як вони страждають. І під час новорічних свят, як от саме цим людям діяти, тому що з чим вони взагалі їм доводиться стикатися? Ну, я займаюся з якими розстройствами пищевого поведения? Анорексія, булімія, обжорство и компульсивное переедание. И могу точно сказать, что да, эти все люди – это группа риска, потому что, в принципе, эмоциональный фон всегда и так достаточно такой возбужденный. Я еще хотела сказать, что праздник Нового года, он достаточно неоднозначный праздник, потому что в Новый год обычно мы там думаем, как год прошел, как мы его встретим, и понимаем, что многое удалось, не удалось. И это достаточно эмоционально нагруженный праздник. И здесь может быть какой-то даже сбой в питании, потому что будет включаться эмоциональное переедание, потому что люди не всегда довольны своими результатами. И те люди, которые имеют проблемы как раз еще в пищевом поведении, они могут дать такие показатели не очень такие радостные, еще больше. Допустим, если больной анорексией может начать ограничивать себя еще больше, больной с перееданием будет переедать еще больше. Вот такие последствия. То есть все усугубляется в этот момент, к сожалению. Як ми можемо, якщо підвести підсумки, які ж поради можна виокремити людям у новорічну ніч, що робити, аби потім не страждати і не скаржитися на свою там вагу? Ви знаєте, я дуже люблю такий совет, коли ви, допустим, сіли за стіл і ви розумієте, що ви переїдаєте, подумайте о довгосрочній вигоді. Допустим, если вы сейчас наедитесь, то что будет потом? То есть, когда вы думаете, что будет потом, это все-таки как-то снижает желание объедаться. Если потом еще что важно? Важно очень медленно есть за столом и думать о еде. Важно не морить себя голодом, а в принципе быть, чтобы не было такого голода у вас, достаточно сытым, тогда вы не будете переедать. В общем-то, это самые основные рекомендации, и просто понимать, что кроме еды есть много чего, что может приносить радость и удовольствие. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, вже як підсумок, ми прокидаємося, знаємо, що сьогодні там 31 грудня, буде Новий рік. Є якась, можливо, знову ж таки, стратегія, яким має бути розпорядок дня, саме харчовий розпорядок? Чи там нам цілий день нічого не їсти, щоб звільнити простір під новорічний стіл, чи навпаки, якось себе підготувати, щось поїсти перед святковим застіллям? Я уже несколько раз сказала, что обязательно надо выдерживать обычный режим. То есть, если мы привыкли там завтракать, обедать и ужинать, надо обязательно это соблюдать. И перед Новым годом, в общем-то, желательно есть белковую пищу, которая нам и сытости даст, и желудок не перегрузит. И помнить, что на столе все-таки должно быть побольше овощей, фруктов и салатиков. Не майонезных, а таких из здорового питания.
Що ж, я сьогодні вдячна вам за нашу розмову, за нашу прес-конференцію. Говорили про новий рік і правила харчової поведінки. Сподіваюся, усю корисну та необхідну інформацію ви не тільки прослухали, а ще й засвоїли, зробили висновки і будете їх дотримуватися. А говорила разом з нами експертка з харчової поведінки, психологиня Олеся Тимохіна. А з вами була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте! Макайте.